все было красиво. А, я думал, вы сейчас хотите привести себя в порядок. Вену, чтобы все было это красиво. Мы пациентов не показываем. Мы удалили вену очередную. У меня высокий каблук. Она, кстати, очень хорошо выглядит. На операции, как на праздник. Пациентка. Я знаю, а все мои пациенты такие, согласитесь? Вот, да. У меня, а я? Это просто феерично. И может быть, вам не просто... Как я выгляжу, ко мне так приходит. Может, просто солидарность моя профессиональная говорит, но это просто вот номер один. Я? Пациентка. Среди пациентов. Ну, вот честно, у меня есть коллега, который вот выглядит, он такой полненький, он вечно халат помят, он какой-то вечно ходит. У него такие же пациенты. А, вы снимаете? Да, вообще-то да. Ладно. Кстати, и у него такие же пациенты. Я тоже заметила. Заметили? Да, честно. Да, вот да, у нас, да. Моя пациентка тоже врач. А я вот стройный, культурный, аккуратный. Аккуратно во всем. Я жуткий педант, поэтому я ко всему придираюсь. Вот поэтому ко мне приходят такие люди. А других я не оперируюсь. Удалили вену, вернули кровоток в нормальное русло. Если нужно в будущем сделать склеротерапию, мы ее сделаем. Это мелкие сетки, когда удаляем. У меня пациентка пишет, какая-то не пациентка, какие-то подписчики. Это же как вы убиваете вены, а куда пойдут? Это больные вены, они должны функционировать. В норме должны функционировать нормальные вены. Сколько раз объясняю, нет, напишут все равно. А еще больше меня бесит, когда мои же другие люди, которые меня не знают, находятся в каком-то же Подрынске и Мухосранске, и пишут, я сделал операцию, у меня все вышло, поэтому ваша операция хрень. Это все равно пойти какой-то у бабы Маши там сделать стрижку и говорить про Зверева. Ну честно. Или купить там какую-нибудь... Сомнительное сравнение, извините. Почему? Зверев красивый, он, кстати, был один из лучших мастеров в свое время, сейчас я не знаю. Согласна, он же выигрывал. Да, мы к нему как к человеку по-разному можем относиться, но то, что он молодец, он мастер своего дела, часто из-за его вот ситуации, то, что политическое, его никуда не приглашают, потому что он был везде против. Поэтому его сейчас нигде не видно по ТВ. А раньше показывали, потому что он политики не касался. Ладно, возвращаемся к нам. Удалили вену, вернули кровоток в нормальное русло, у нас гемостаз, две замечательные помощницы, одна операционная сестра, вторая ассистент моя замечательная, она прям легла. Аня. Это супер гемостаз, вы не понимаете. Она давит, да, чтобы ничего не кровило, особо ничего не кровит. Вот, пациентке еще осталось минут 15-20, мы переведем в палату. И дальше, через 4 часа домой. Все, друзья, будут вопросы, пишите в комментариях. Всего вам доброго.